Здесь, я думаю, будет задержка в связи с тем, что поставка трубы у нас с начала августа. Вот, и поэтому будем ускорять. Задача – успеть к осени. Сначала проложить новые, затем демонтировать старые. Таков план пока по ремонту сетей теплоснабжения в летнем отдыхе. 9 рабочих меняют самые аварийные участки. Сейчас подготовительные работы, подготовка траншей, подготовка оснований под укладку. Ну, вопрос связан с тем, а если это будет не 9 человек, а 18? Нет, мы постепенно будем увеличивать. Или 30. Потому что, как только выйдет экскаватор, естественно, будет параллельно вести сварочную работу с приходом трубы. Прежние сети служили с 86 года. Заменят 450 метров участка. Питают 5 домов и детский сад. Суммарно больше 1000 человек. Фронт работ большой. Не только заменить, но и поместить наружные теплотрассы в землю. И самое главное, это с целью выноса тепловых сетей, проходящих транзитом через детский садик. Меняют сети в рамках региональной программы. Все ради того, чтобы зимний период неудобств жителям не доставил. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».